Переименовать Славянск в Тор. С такой идеей жители города Анатолий Жули и Константин Загнибеда обратились к мэру Славянска. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный. Вопрос о возвращении Славянску его исторического названия Тор. К обращению прилагаются копировки из исторических документов, а также из исторических источников, согласно которым название Славянск является названием, которое должно было быть присвоено городу Никополь. Напомним, крепость Тор появилась в 1676 году, и лишь в 1784 году крепость получила статус города и новое название – Славянск. О своей мотивации местным депутатам рассказал инициатор переименования Константин Загнибеда. Ну, всем известно, возрождение Бахмута сегодня уже идет, да? И какой город старше, Бахмут или Тор? Нет, ну я просто так на скидку. Не, без викторин. Вот мы живем в городе и не знаем, кто из нас старше, Бахмут или Тор. Ответить некому. Вот вам весь ответ. 830 лет в этом году мы праздновали не одни. В этом году празднует еще Дружковка. Дружковка точно заявляет, что князя Игоря в плену держали у них. У нас на Макатыхе была битва. Просто к чему речь веду, что по отношению к Бахмуту мы непонятно себя ведем. По отношению к Дружковке мы тоже непонятно себя выглядим. Так все-таки Славянск или Тор? Вопрос пока открыт. Сергей Горбатенко, Славянск, общественное ТВ Донбасса. Значит, царя будем дальше.